В Лондоне огласили первые результаты вскрытия тела Бориса Березовского. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Скотланд-Ярд, причиной смерти патологоанатома назвали повешение. Это дословный перевод с английского. Но следов борьбы на теле не обнаружено. Судя по всему, подтверждается версия о самоубийстве. Ранее полиция заявляла, что не видит участия кого-то со стороны в кончине олигарха. Криминалисты продолжают работать в доме, где Бориса Березовского нашли мертвым в субботу. Экспертизы займут еще несколько дней. И все это время территория вокруг особняка будет оцеплена.